Казахский вариант в России возможен. Вот Нурсултан Назарбаев взял и подал в отставку. А Путин может, с вашей точки зрения, поступить так же? Уйдет ли он раньше? Мне кажется, что все-таки Владимир Владимирович в силу его менталитета, в силу его профессии основной и главной, о которой он часто вспоминает с гордостью, он никому не доверяет. И для него, вот, ну, Медведева тогда посадили, значит, погреть стул, обложив таким количеством, значит, всяких подстраховочных механизмов, что, ну, я не знаю, только вот в случае с Валерием Кудриным он вдруг как-то так встрепенулся и провел инициативу. Вот. Поэтому, а если это будет второй раз, риск гораздо больше. Вот уже просто там дать подержать кресло. Сейчас это уже будет все-таки, скорее всего, навсегда. И плюс у Владимира Владимировича очень непростой выбор. Вот эта вот западная система правосудия, она очень медлительная, страшно ржавая. Эта телега едет медленно, со скрипом, но если она поехала, она, как правило, доезжает до конца. И поэтому, конечно, вот этот вот сбитый Боинг, в первую очередь, потому что это коснулось Запада напрямую, убили и их людей, там уже в меньшей степени, но все же, Донбасс, Крым, Сирия и так далее, я не могу исключить, и, видимо, Владимир Владимирович тоже не может этого исключить, что дело до Гааги доедет. А выбирая между Кремлем и Гаагой, он выбирает Кремль. Тут его трудно не понять. Поэтому мне почему-то кажется, что наш президент надолго.